Привет, вы на канале Сан Саныч ТВ. Скоро будет праздник Пасха, и мы решили покрасить яйца. У нас есть, значит, два кулечка. В каждом кулечке по 5 красителей разных цветов. У нас есть яйца. Вот такие вот белые мы будем красить желтым. А какие будем коричневые? А другие там, которые темные, допустим, в красный, в синий. И у нас есть 10 емкостей. Сейчас да. Саша будет разрезать пакетики, высыпать краску, будем заливать кипятком и красить. Поехали! Вот такой пакетик, чтобы был краситель гладкий. Там нарисовано как бы. Вот сюда можно высыпать? Да. Так, это у нас будет зеленый, синий. Интересно, нам два красных, а где же желтый? Красный. Вот так вот. Наверное, это бордовый, а это красный. Это два одинаковых. Не а там есть желтый, обещанный? О, а тут, смотри, оранжевый. Или желтый, красный, синий, оранжевый, значит это желтый. Угу. А это зеленый. Ну, начнем. Так, вообще-то это красный, вроде бы как. Это похоже на оранжевый. Синий, голубой. Какой-то нет, красный. Это был желтый вроде бы как. Угу. А вот это написано оранжевый. Да, это просто они пока что в порошок, такие мелкие, какие-то непонятные. Мама, смотри, какой здесь. Зеленый написано. Ага, а там еще и коричневый. Еще и коричневый? Угу. Я пойду помою руки. Теперь мы заливаем, значит, тут у нас желтого не оказалось. Мы заливаем кипятком наш порошок. Вау. Раз, два. Белый мы опускаем в желтую краску, да? Сейчас я тогда... А как украсть? Да, чтобы не цокало. А-а-а, мои руки, они кипят. Они кипят, все перестают. Боже мой. Боже, мои руки стали... Твои руки стали. Пальцы. Начинает краситься, да? Синее яйцо. О! Сразу такое посинело. Ложка просто обалденная. Зеленое. Ничего еще. Зеленая. Дальше будет. Для каждого свечка. Оказывается, не так все просто. Для каждого должно быть. Здесь не покрутно. Угу. Вау. Красный такой цвет. Разве это красный? Это оранжевый, а это красный, а это желтый, это оранжевый, это красный, это синий, это зеленый, это синий, это зеленый. Да? Такой оранжевый. Ё-моё, такие вот маленькие ложечки, они для меня какие-то сложные. Вау, обалдеть. Сложные, да? Те, которые... Устри-стри. Чистую ложку, и Саша будет окунать следующее, последнее, десятое яйцо.
оно будет какое-то малиновое. Что, будем доставать их уже? Давай. Так. Поближе. Ой, а я тиранула. Пусть, может, еще побудет. Вон получилось. Тиранула, блин. Первая спроска. Да. Мама, смотри! Какой это, наверное, от моих пальцев. Может, обратно? Обратно ты его положи. А знаешь что, их не будем вытирать. Просто выкладывать будем. Бассейна оранжевого выныривает и прыгает в тарелку. Все, ура! Рыбалка. Смотри, мама, смотри, вот такие вот гладкие, они уже гладкие, а вот это еще не гладкое. Ага. А это гладко. А это какое-то гладкое, вот это вот гладкое уже засохло. Сейчас они лежат сушатся, а потом мы их переложим в одну посудину, на одно блюдо. Угу. Ну вот такие вот яйца получились. Ну какой точно. Может быть, не высохли что ли? До сих пор не высохли? Вот это вроде не высохли. А эти. Трещин нет. Получилось по два цвета, да? Только у нас одно, там где красное, получилось какое-то бордовое, да, яйцо такое? Все. Еле не упало. Еле схватил. Два желтых, два красных, два синих, два оранжевых и два зеленых. Ну все, сейчас будем соревнования устраивать. Кто победит, будем бить. Битва яиц. Яичная битва. Будет получаться. Сейчас не стукай, так нечестно. Ты ж не сам с собой борешься. Так, какое ты выбираешь себе яйцо для битвы? Так, это мне. Ну ничего. А, разбила ее! Это проигравшее яйцо. Я выбираю вот это. А это у тебя оранжевый победитель. Опять! Слушай, какое-то крепкое яйцо. Подожди. Третье яйцо победил. Боже, начинаем уже. Ты так сильно его писаешь. Не честно, я легонько. Так посмотри, твои треснутые. Ха-ха-ха-ха. Вот это сейчас победитель. Все, это победитель. Бордовое. Нет, зеленое. И зеленое яйцо выиграло. Зеленое победитель. Все, расковырим. Теперь можно есть только чудо. Какое есть?
можно стать синим. Нет. Еще причем с красным. Красно-синее яйцо. В середине. А что ж такое? Какая-то краска такая прям проникла через шкарлупку. А теперь зеленый победит. Ну, так нечестно, нечестно тебе. Зеленый. Вот это такая краска, которая покрасила. О, смотрите! Яйцо. Смотрите. Ты где же ты сделала? Ну все. Пока, до скорых встреч. Саша уже балуется.